Друзья, всем привет! Забрали с таможни вчера такого крутого хорька, прошли сегодня испытание и поставили его на отправку в город Хабаровск. Комплектация у нас Progress Metal Leather Package, короче, вообще самое максимальное, что может быть. Это обвес оригинальный моделиста, диодная оптика с бегающим поворотником, камеры в круг, радарный круиз-контроль, система контроля полосы предотвращения ДТП, литые диски, панорамная крыша, это турбо 2 литра передний привод, все в коже, красная строчка, очень красиво выглядит салон, премиальная музыка JBL, подогревы вентиляции сидений, все, ну вот все вот так вот в красной строчке, сиденья очень красиво прошиты, также у нас черный потолок, тут управление этой шторочкой, можно просто ее открыть, и полностью большая панорамная крыша. Также задний ряд у нас прошито все красной строчкой. Шикарный автомобиль. А, кстати, аукционник. Аукционник 4,5 ББ, пробег 31 тысяча километров. Машина в состоянии нового автомобиля просто. Дополнительно клиентов попросил купить вот такие подстаканнички. Это они вставляются вот сюда сбоку, потому что хорек, конечно, в этом плане обидели. Тут всего два подстаканника, и там сбоку небольшие ниши. Также сзади у нас обвес. Стоит такая насадочка на глушитель. Тоже все диодная оптика, электропривод задней двери, багажное отделение. Тут у нас стоит усилитель, буфер JBL. Так, все с кнопочки закрывается. Попадаем в салон. Такой вот щиток приборов, пробег 30 на 1000. Тоже все бортовой компьютер, память сидений, тут камеры, все есть, электронный у нас ручник, автосвет. В общем, автомобиль очень красивый и очень достойный, да, скажем так, премиальный класс. Флешки у нас пока нет. Такой климат-контроль, ну, в принципе, он на всех хорьках такой сенсорный. Тут также торпеда вся в коже.